что это ты, Иван, делаешь? Спросите вы у меня, ребяточки. Может быть, и не спросите. Но если спросите, я вам отвечу. Тема нашего сегодняшнего урока – это слайдер по-нищебродски. Сейчас из подручных средств будем делать эффект слайдера. А задача у нас такая – сделать так, чтобы камера медленно и плавно вот так вот проехала мимо гитары. Ну, вот не та, на которую я сейчас снимаю на телефон, а вот эта вот камера, чтобы медленно и плавно проехала мимо предмета. Я придумал тут что. Я нашел какой-то старый календарь, который по удивительному стечению обстоятельств идеального размера под треногу штатива. Вот кое-как эта тренога здесь уместилась. Сейчас вот сюда вот я привяжу веревочку и попробую проехать так, чтобы это было плавненько так, как это бывает обычно в кино, в которых есть бюджет на использование специальных рельсов. Вот в этом вот процессе обнаружилась очень важная задача. Знаете, какая? Эту веревочку, чтобы протолкнуть сюда. Задача не сойти с ума, пока ты делаешь вот это вот. Потому что, она никак не хочет лезть туда. Так, ну, в общем, продел я, наконец, веревку. У меня получилось две вот такие вот лямочки, чтобы тянуть не за одну точку, а за две, чтобы он не крутился в разные стороны. Еще дополнительно положил здесь брусочек. И сейчас попробуем, что из этого получится. Собственно, вот осталось только прицелиться и попробовать все это снять. А, и включить свет, и попробовать все это снять с нормальным светом. А, и с дымом тоже. Ну вот, как-то так. Ехать мы будем откуда-нибудь вот отсюда. Ну, попробуем. Ну а теперь давайте посмотрим, что из этого всего получилось. А получилось на самом деле довольно кривовато, и оказалось, это вообще задача довольно нетривиальная, чтобы прям аккуратно, ровно, не дергаясь, протащить это дело по ковру, поэтому, ну, наверное, в целом эффект достигнут, но, наверное, все-таки на днях я доеду до Леруашки и что-нибудь там попробую посмотреть, придумать из какую-нибудь тележку самопальную с какими-нибудь рельсами из профиля или что-нибудь типа того. В общем, эксперимент закончен. Спасибо всем, кто смотрел. До встречи!